Основатель компании Toyota, Toyoda Sakiti, постоянно пользовался правилами 5 почему. Например, тебе хочется машину, и ты спрашиваешь себя, почему я хочу машину? Это первое почему. Отвечаешь, потому что я хочу всех удивить. Окей. Второе почему. Почему ты хочешь всех удивить? Ответ, потому что я хочу, чтобы на меня обратили внимание. Третье почему. Почему мне нужно, чтобы на меня обратили внимание? Ответ, потому что я чувствую себя неуверенно. Четвертое почему. Почему я чувствую себя неуверенно? Ответ. Потому что я никак не могу реализоваться, так как сижу на одном месте. И пятое почему. Почему я не могу реализоваться? Ответ. Потому что я занимаюсь тем, что мне не нравится. А теперь скажи, при чем здесь вообще машина? Toyoda Sakiti научил, что в ответе на пятое почему обычно и кроется первопричина, которая, на первый взгляд, вообще не просматривается. Пятое потому что выводит на свет то, что скрыто. Если угодно, пятое потому что и есть настоящий ты.